Всем привет, меня зовут Рурукадум, и это вторая серия выживания сквозь измерения. Пусть в первой серии мы, точнее я, умер и потерял весь прогресс, сегодня мы постараемся это наверстать, и начнем мы немедленно. Вперед! Смотрю, голода у меня уже сразу много. Это странно, но, возможно, еще с последней серии так. В прошлой серии получилось же это, если кто не помнит, мы встретились с рыцарем Александром. Судя по скину, рыцарем. А также деревню, которую мы посещали, что-то разрушило. Кроме того, кто-то оставил нам сумку, но поскольку мы, то есть я, умер в лаве, этой сумки больше не существует. Тем не менее, у меня уже достаточно много слотов, поскольку я получил некоторые достижения в этом мире, что уже радует. Никаких прелюдий, я собираюсь сразу развиться до нужного мне уровня. Наткнулся на свое уже второе железо. Как говорится, о, повезло, повезло. Но это, конечно же, не более чем везение. В любом случае, то, чего я сейчас достигаю, это уже довольно неплохо. Надо будет потом посмотреть на древо достижений. Но это самая малость, все. Также думаю, что, возможно, я буду записывать свои приключения в какую-нибудь книжку. Хотя я не знаю. Почему я не могу это ломать? Нет, серьезно, почему? Я не мог какое-то время это ломать. Что за фигня? Ладно. Anyway. Ладно, жадничать не буду. Главное, что я уже добыл чего-то. Я не так далеко отошел от того места, где я начал свое повторное развитие. Ай, блин, это голод. По той или иной причине не успеваю что-то крафтить. Отлично, базовый сет инструментов готов. Я готов убивать. Посмотрим, кого я встречу. Это что такое? Так, подождите-ка. Отлично, идеально исправлено. Значит так, мне срочно нужно мясо. И я его вижу. Я вижу мясо. Халявное, ходячее, розовое мясо. Получай. Извини, свин, но мне это нужнее, как мясо. И вы тоже. Вы мне все понадобитесь, пока я нафиг не умер. Щит. Мне нужно уже сейчас жрать. Угу. Больше печек. Так. Оба. Anyway, отлично. Теперь я с голоду не умру. Однако я еще могу умереть от жажды. Жажда — это плохо. Ой, я не могу выпить отсюда воды. И здесь нет песка. Это проблема. А проблему нужно решать. Интересно, почему у меня перед глазами вода, хотя я испытываю жажду? Это мои говны? Если нет, то у меня вопросы к
тому, к индикации того, от чего я умираю. Для него это не так важно. Важно, что я сейчас выпиваю чистейшую свежайшую воду. Отлично. Я напился. Наелся. Можно продолжать. Думаю, на данный момент будет неплохо найти то место, где я ранее выживал. Поскольку уже закат. Закат не предвещает ничего хорошего. Вы мне понадобитесь. Прекрасно. Самое время скрафтить кровать. Да ё-моё. Шерсть не подобралась. Так. Нужно торопиться, уже практически ночь. Отлично. Ставься. Все, засыпаю. Это мой первый долгожданный сон. Я выспался, пропустил эту суровую ночь. А это самое время для того, чтобы снова пойти попробовать поискать свое убежище. Я просто так от этого не отстану. Может мне действительно попытаться сдохнуть? Ну не знаю, не знаю. Тогда, наверное... Лады, не буду церемониться. Мне нужно тогда будет добыть достаточно деревьев для сундука. Ну и, собственно, воспользуюсь меню отладки. По-другому никак. Рурука. Рурука! Я твоя маска. Я Акрис. Кто? Я крайне недоволен твоим поведением. Кто ты? Я понимаю, что моя обязанность не дать тебе умереть. Знаю, если ты не перестанешь валять дурака, ты больше не будешь моим носителем. Ты должен стать сильнее. Я возвращаю твои воспоминания с последней смерти в другом мире. Ты Рурука-Дум, человек, обладающий магией. Но ты должен сам восстановить силу. Пока я не сделал с тобой то, о чем ты будешь жалеть. А теперь проснись, ты появишься в другом месте. Найди Бога мгновений, он поможет тебе обрести силы обратно. Найди его. А? Офигеть. Со мной заговорила моя маска. Я настолько одинок, что со мной говорит маска. Или это просто сон? Я заснул здесь? Бог мгновений. Но в любом случае, кажется, я появился в том лесу, где мне надо. Это уже хорошо. А вот и Александр. Как раз к ночи. Вечер в хату! Здрасте. Теперь скажи, на какой вопрос ты хочешь знать ответ? Допустим... Ты кто? Кто я? Да.
Честно говоря, я сам уже не знаю. Я рыцарь, бывший капитан одного королевства. А сейчас я не в своей лучшей форме. Магия слабла. Мне, человек, нечего о себе рассказать. Кстати, у меня и у самого есть вопрос. А ты сам кем являешься? Ты вроде человек, но эта маска у тебя на лице... Что-то она мне напоминает. Ну, ее зовут... Ладно, ничего, может, мне показалось. Извини, но мне скоро уходить, так что приходи позже. И я сам найду позже, или же... А тебе знаешь, вот, возьми вот это. Так, что это? Особый кулон. Кулон, что имеет в себе слабую, но заметную магию. Способна переносить голоса на далекие расстояния друг от друга. Интересно. Так, постой. А как же... Ага, я могу еще выбрать. Где я нахожусь? Ты находишься в земном мире. Эти земли называются Виверикс. Раньше здесь неподалеку была деревня, но... Магия в мире ослабла. Отчего словно ветром тут деревья снесло. Снеслось с лица земли, словно ее не было. Стоп, это от той самой деревни? Я не знаю, что произошло, но я могу сказать то, что... Я видел черную массу, похожую на чей-то силуэт маски. Якобы рыцарь пытался его остановить. Эх, я лучше не буду об этом, позже расскажу. А ты сам кем являешься? Я так понимаю, независимо от варианта, он будет спрашивать, кто я такой и так далее. Лады. Александр, мне пара. Лады, Александр, мне пара. Вот так. А? Чё? Мне чё, второй выдали? А, не выдали. Блин. Все эти терминологии. Интересно, все это, конечно, интересно. Значит, я не просто из цивилизованного места. Я какой-то важный шишка. Большой мальчик с маской. И мне нужно найти бога моментов. Со мной заговорила маска, которую я ношу. То есть та маска, которая у меня сейчас на лице. Трындец. От меня маска хочет избавиться. Если я не стану сильнее. Капец. Так, что мне скрафтить? Я скрафчу первым делом ведро, вторым делом кирку, третьим делом нагрудник, чтобы груди не было холодно. И на все остальное, наверное, скрафчу по ноже. Отлично. Какая-никакая броня у меня теперь есть. Осталось только хорошенько пожрать. И наконец-то найти этого самого полубога моментов. Лишь бы моя масочка от меня не убежала. А то буду я с голым лицом. Запалю свое лицо. И лицо руки будет запалено. О. Листья. Кажется, осень настала. Дерево, ходит, присутствовало, так сказать, на парханах той самой деревни, которую смыло ветром из-за отсутствия магии. Где мне искать этого бога мгновения? Стоит завести дневник. Блин. Я честно говорю, это не совпадение.
Я не знаю сюжет наперед, честно. Я хочу мясо. Дайте мне еще коров. Сейчас после сюжета мне нужен какой-нибудь дневник. Было бы неплохо найти коров, а не мясо. И так далее. Блин. А я хотел забить на это все. Но, видимо, придется. Иди сюда. Перо есть. Блин. Уже солнце к закату идет. Мне нужно найти коров. А это мне еще пригодится. Брёночки! Брёночки, ну где же вы? Я вас пришел немного порубить. Ну же, где вы, буреночки? Неужто так сложно ответить? О, буреночка! Привет, моя родненькая, дорогая. Пока, моя родненькая, дорогая. Отлично. Есть целых две кожи. И, пожалуй, я пока пойду посплю. Ой. Так, отлично. Ночь мы пропустили. Осталось забыть тростник. Ладно, тыкву придется выкинуть. Тыква не так нужна. А где? А вот. Все нормально, все нормально. О, дом! Интересно, здесь кто живет? А, это просто какой-то торговец? Action Tell Zealous I said hi. Это, видимо, из мода. Ладно, мне от тебя ничего не нужно. Давай, бывай. Мне бы... Блин, а для бумаги нужно 3 страстника, да? Да, я помню про бумаги. А книги... О, да. Но мне еще нужно перо. Блин. Стопэ. Так. Чернильный мешок, перо и книга с пером. Чернильный мешок. Ага. Понял. Значит, нужна пока что обычная книга. И чернила. Значит, мне нужна речка. Блин, я жрать хочу. Сочный стейк. Сочный супер стейк. Спрутов нет? Так-с, пойду искать их. Спруты. Где же вы? Блин, неужели тут нет спрутиков? Ну да ладно, если я буду идти вдоль речки, то она когда-нибудь приведет меня к озеру. Такс, какой тебе припрятался этот маленький мосик? А что, кто? Через 8 дней я буду в доме на Снежной горе, где я принимаю твой сигнал. А? Это тот бок моментов? Неужели? Да ладно. Все как-то делается само за меня. Только мне еще надо будет понять, где эта гора находится. Но я так понимаю, это там же, где я и выживал. Блин, надо найти где-нибудь спрутов. А еще ту гору. Блин. А этот диалог затригрился, что выходит на наличие книги, мне не обязательно нужно с первым ее. Хотя, возможно, это не бог моментов. Это вот тоже возможно. Мне нужно первым делом вернуться в лес. О, вот это шедевр генерации, конечно.
Ага. Я думаю, этого достиг. Значит, уже... Так. Блин, когда будет книга и перо, я буду записывать туда, пожалуй, координаты всяких важных мест. Потому что это не дело, конечно. Сейчас главное найти спрутов. Блин, а что если это король спрутов каких-нибудь? Он же типа откликнулся на мой зов, а я типа сказал, всем спрутам берегитесь. Так вот, вдруг это король спрутов. И меня сожрет кракен на той горе. Это, конечно, фигово. И еще я не могу найти ту самую гору, в которой... около которой я жил. Так, отлично. Продолжу поиски. Пройду-ка я через этот лес. Это, блин. Так, anyway, я сейчас, наверное, перейду лес. И надеюсь, что гору-то я найду. Потому что это отдельная запара. Искать такие вещи. О, свинтусы. Приветик, свинтусы. Моя халявная еда на ближайшее время. Отлично. Вот что это гора или это просто холмик? Нет, та гора точно не была. Ага! Кажется, я увидел ее. Блин, это не те горы, конечно, где я был. Хотя, постойте. Нет, это точно не те горы. Однако здесь есть спавнер. Спавнер зомби. Это не то, что плохо. Я могу фармилку сделать. Только раскопаю вот здесь вот место. Я сделаю освещение лавы. Отлично. Лава разлита. Посмотрим, что с луки. Так. Красная. Механизма я, наверное, не буду строить. Потому что у меня просто нет идей. И, блин. Мне тогда тут все ресурсы полезные. Интересно все-таки, что это такое? Ход контур. Ход контур. Хэчнес. Может, это броня? Сегодня нужно построить дом. Ох ты ж, ё-моё. Сюжетный советчик проснулся. Буду теперь так называть эти странные штуки. Наверное, все-таки он прав. Построю себе какую-нибудь халупу. А для халупы нужен фундамент. Ну, думаю, столько хватит.